Друзья, доброе утро. Мы с вами сейчас отправляемся в Гавану. Посмотрим экскурсионку. Заказали мы вот такую вот машину. Я расскажу, сколько об этом будет стоить. И кому будет интересно, пишите, обращайтесь. Я подскажу, как правильно можно дешевле сэкономить и съездить в Гавану, посмотреть столицу. Вот наш водитель. Педро, yes? Очень приятно. Мы сделали первую остановку в городе. Население здесь 125 тысяч человек. Здесь находится хороший театр, второй по качеству звука и по величине. Первый в Гаване, а второй в этом поселке, в городе, я бы сказал. Здесь архитектура намешана, советская, плюс какие-то там испанские мотивы. Здесь была первая железная дорога на Кубе сделана раньше, чем в Испании, для того, чтобы сахарный тростник можно было вывозить. Нам наш водитель рассказывает информацию про страну, как они здесь живут. Я обязательно буду вам тоже эту информацию потихонечку рассказывать. Машины здесь стоят дорого. Москвич старый примерно 20 тысяч долларов, ну, евро, потому что здесь цены в куках идут. Вот такая машина где-то в районе 30 тысяч получается, потому что это уже иностранный автомобиль. Попадая на Кубу, такое ощущение, попадаешь в прошлое. Машины старые, все движется медленно, размеренно. У них есть салоны, где продают новые автомобили, импортные. Они стоят от 100 до 120 тысяч, ну там за Volkswagen Polo какой-нибудь, например. Это контролирует все государство, и оно считает так, что если... У тебя есть деньги, ты купишь, а нет, значит, езди на старых автомобилях. Все эти автомобили старые, которые мы видим, в основном запчасти уже они найти не могут оригинальные, поэтому они их переделывают, они вставляют новые двигатели, новые колонки, и от машины остается только каркас. Поэтому, когда вы едете на таком автомобиле, вы едете на новом автомобиле с старым каркасе. Это магазин, у них цены низкие, потому что все идет по карточкам. И, как рассказывал наш гид, ну, где-то там на продукты по карточкам они тратят порядка там, 10 долларов на семью. Остановку. Сейчас мы остановились на обзорной площадке, на которой можно посмотреть местную красоту. Это самый высокий мост на Кубе, 112 метров высотой. Сейчас я вам его покажу. Синяя, видите, полоска означает, что это машина государственная. А если нету синей полоски, вот как здесь вот, то это уже частная машина. ИП буквочка. До Гаваны 76 километров.
мы с вами, ребята, в Гаване добрались. Смотрите, какие большие пушки. И он Павел II. Хуан или? А? Иоанн Павел, да? Да, Иоанн Павел. И ваш... Мы сейчас находимся в старом городе с вами. Памятник Иоанну Павлу II. Он здесь был на Кубе, и ему поставили памятник. Это старый город 1512 года. Это кафедральная площадь. Здесь кафедральный собор. Он был построен в 1712 году. Мы сейчас зайдем в него, и он в таком же виде, как был построен, так и сохраняется до сих пор. С колоритной женщиной, кубинкой. Мы сейчас находимся на одной из улиц. Километр она идет вдоль канала к морю. Здесь нету одинаковых зданий, все разные, потому что сначала здесь строили просто местные, потом испанцы, потом американцы, потом наши советские хрущевки строились, и все дома разные. И нет повторяющихся ни одного. Как говорят, что здесь каждый дом – это отдельная картина. Вот сами посмотрите. Вот вам, пожалуйста, раз. Здесь совсем другая архитектура, хотя на расстоянии 200 метров находится. Если вы хотите поменять деньги, курс, он на каждый день плавает. Ну, например, здесь выгоднее менять евро, доллар. Вы, если будете менять, будете платить госпошлину 13%. Это невыгодно. Поэтому берите с собой евро или, возможно, другие валюты. Насчет других валют не знаю, есть ли там процент за то, что вы его меняете. Курс на данный момент 1,07 евро. Это если вы сдаете, если вы покупаете, 1,13. Из особенностей, ну, например, здесь, в Гаване, в банке, у нас попросили паспорт. У нас паспорта нету, поэтому мы поменять не можем ничего. Мы попросили нашего гида, чтобы он это сделал. Поэтому имейте это в виду. Если в отеле, то, скорее всего, паспорт, возможно, не нужен будет. Или в обменниках где-то там маленьких. Но если в большом банке, то да, нужен паспорт. И еще снимать в банке запрещено. Поэтому ни курс, ничего в банке я вам снять не смог и показать. Напротив банка, видите, Johnson Drug Store. Есть таблетки с марихуаной, судя по всему. Но это аптека. Я не думаю, что здесь вы сможете купить себе косяк или еще что-то, но таблетки с использованием марихуаны, да, вот они, скорее всего, здесь есть. Hola. Пионеры.
купил. Как я вам говорил, в аптеке ничего такого нет. Обычная аптека и такая замануха, чтобы вы зашли, посмотрели. Вот из таких улочек и состоит старая часть Кубы. Никакой бедный. Здесь есть любой профессиональный, любая семья, любой человек живет, любой рабочий, преподаватель, спортсмен, артист этого. Здесь живет 18 семей. Раньше здесь жило гораздо больше, но сейчас их переселили. Они не хотят отсюда сами уезжать, потому что здесь сейчас престижно жить в центре старого города. Здесь есть нереставрированная часть города, вот она у меня за спиной находится. И тут домики такие, как есть. А здесь у нас, смотрите, у меня за спиной уже реставрированная часть города, где все сделано для туристов. Но на контрастах вы можете посмотреть. Вот смотрите, это реставрированная часть, а это старая часть. Покрашенные стены, все восстановлено, все красиво, как было раньше, 500 лет назад. Этим зданием всем, которые мы смотрим, 400-500 лет. После реставрации в этом регионе море стало сильным, море стало памятником. Я касался, вот только это, который все, что вся реставрация. Африканский музей, дом Африки. Остается легендой. Здесь кусочка, что это было когда-то, да? Здесь испанский стиль. Это какой-то товарный магазин, мы тоже. Это у нас до реставрации, а это, смотрите, после реставрации. Был дом, а сделали там парк. Показываю, как проходит фестиваль. We'll be right back.